Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы комментарии Ибн Эзры к недельным главам. И урок посвящается Рифу Шлемеля, Аслаха Вихуним Шель, Раиса Бацони, Вихоль Исраэль. Я хочу сегодня перевести часть комментария Ибн Эзры к главе Масей, с начала главы. Эле Масей, Кашер ханубна Исраэль Баравод Муав, говорит Ибн Эзра, что в принципе евреи больше уже не двигались. С тех пор, как они остановились около Муава, то, что в главе Хукат описывается, и они там несколько месяцев отстраивали города, которые они завоевали у Сихона и Ога, так они с тех пор никуда не двигались. И после смерти Аарона, говорит, Моше записал все их путешествия. Я не знаю, почему он говорит, что после смерти Аарона, и в чем здесь хидуш, да, он записал, видимо, предполагается, да, что эти именно стихи, написанные в самом конце книги Бамидбар, были записаны в самом конце жизни Моше, но при чем здесь то, что после смерти Аарона, да, Аарон умер еще у горы Хор, да, еще после этого евреи путешествовали не так уж и мало. Мы как раз с вами в комментариях по Вильнинскому Гаону пытались восстановить, да, путешествие еврейского народа после смерти Аарона. Я рассказывал, там есть диспут между тем, как Гра понимает это, как евреи обходили, и как именно расположение разных стран было, Эдома, Муава и других стран. Вот. Ну, во всяком случае, пишет дальше Ибн Эзра, что Моше записал «эт моцаэйхэм», то есть в смысле откуда они вышли, и потом говорится ли масейхем, да, куда они двигались. В смысле, что про каждое место говорится, откуда они вышли, куда они пришли. Опять же, здесь почему-то вот так вот педантно все это записано. Да, казалось бы, можно догадаться, откуда вышли каждый раз, если просто писать, куда пришли. Но вот здесь каждый стих, у него в основном структура одинаковая. И вышли оттуда-то, и пришли туда-то. Поэтому подчеркивается, что будут записаны и выход, и вход. Может быть, есть какая-то в этом причина моральная. Знаете, как говорят, что когда выходит откуда-то, тоже для этого места определенное есть навкамина. Если оттуда вышел, например, цадик, знаете, как Хазаль Даршин, что говорится, в яйце Яков Мибершева, Ваэлэ Харана. Может, поэтому здесь тоже подчеркивается каждый раз, когда мы вышли из какого-то места. Альпи Хашем. Это, говорит, эти слова, они прилиплены, да, то есть соединены со словами «лимасейхем». В смысле, что когда говорится «альпи Хашем», могли подумать, имеется в виду, что Всевышний приказал Моше записать «Ваихтов Моше альпи Хашем». И написал Моше так, как Всевышний ему приказал. Поэтому Ибн Эзра подчеркивает, что слова «Альпи Хашем» по Всевышнему, потому что сказал Всевышний, имеется в виду то, что написано сразу до этого, а именно «Лимасейхем», что они двигались «Альпи Хашем». Да? В смысле, это не значит, что Тора подчеркивает, что только двигались «Альпи Хашем». Моше тоже мог записать «Альпи Хашем». Это не говорится в стихе не так, согласно Ибн Эзре. То есть то, что говорится «Ваихтов Моше», Моше записал. На это не сказано «Альпи Хашем». А вот что имеется в виду «Альпи Хашем»? Имеется в виду, что они двигались «Лимасейхем Альпи Хашем». Как они двигались «Альпи Хашем». Насчет того, почему Моше записал, это общий вопрос. Когда мы говорим, что, с одной стороны, вся Тора – это по воле Всевышнего дана, но, с другой стороны, говорится, что Моше же какой-то выбор имел, да, в каких-то ситуациях, что сказать, что не сказать, например. Известные слова насчет книги «Дворим» многих комментаторов, включая Урахайма Кодыш, что книгу «Дворим» полностью решил Моше. Это все было его выбор. То есть это все равно святая книга, она все равно часть Торы, потому что Всевышний разрешил ее записать. Не только повторить Тору, но и упрек определенный там есть, да. В общем, дать перед смертью, оставалось ему не так уж много, месяц и 7 дней, дать мусар еврейскому народу, повторить с ними заповеди и в конце заключить благословением всех колен. Это был выбор Моше. Да, он мог не сделать этого теоретически, согласно многим комментаторам. Но раз он уже это сделал, то Всевышний ему сказал это и записать. Или, во всяком случае, Всевышний разрешил это записать, когда Моше сказал, да, стоит ли это записывать, может быть, так. Трудно себе представить, как именно диалоги между Всевышним и Моше происходили. Но если представить себе, что Моше сначала решил повторить Тору, а потом, может быть, спросил Всевышнего записать это, да, будет пятая книга отдельная. Например,
Или Всевышний после того, как Моше повторил Тору сирийскому народу, сказал ему, запиши это. Хорошо, повторил, теперь запиши. Вот. Но вот что касается этих конца книги Бамидбар, то это как бы тоже заключение всей книги. Как Грагает, если книга Дворим, она вся как Малхут, супротив всех остальных книг, то книга Бамидбар — это Малхут проти, то глава Масе — это Малхут проти. Это как бы заключение всего предыдущего, есть общий Малхут, как Спарцуф отдельный, а есть последняя сфера отдельная. Так вот, Масе — это, без сомнения, заключение всей Торы до сих пор. Если Моше, например, не стал повторять Тору с еврейским народом в последний месяц своей жизни, то тогда не было бы книги Дворим. Все бы заканчивалось Масей, поэтому здесь суммируются все путешествия еврейского народа. Так вот, насчет Масей мы не знаем, что Ибн Эзра считал. Гра, без сомнения, не считал, что Масей отличается от других частей книги Бамидбар. Только книга Дворим, по мнению Гра, имеет особый статус, что Моше функционировал как обычный пророк, не в этот момент, так сказать, шхина не медаберет метох кроно, а Моше отдельно общался с еврейским народом как обычный пророк. Но вот в отношении книги Бамидбар мы не знаем никакой традиции от имени Гра, но мы сейчас изучаем не Гра, а Ибн Эзра. Ибн Эзра вполне мог считать, что Моше мог предложить Всевышнему записать еще раз, да, в конце, как суммировать, да, я заканчиваю Сефер Тору, теперь давай я суммирую все путешествия еврейского народа. И Всевышний сказал, окей. Между прочим, в этом вопросе тоже спорит с ним, с Ибн Эзрой и Рамбан, и говорит, что как раз Аль-Пи Гашем таки имеется в виду здесь, что Всевышний сказал Моше записать. Да, «Вайхтов Моше Аль-Пи Гашем». То есть он считает, что слова Аль-Пи Гашем таки идут на то, что Моше записывал Аль-Пи Гашем в данном случае эти путешествия, чтобы мы не подумали, что он просто записал, как суммируя, да, и что Всевышний ему это не приказал. Поэтому Тора подчеркивает, что Всевышний ему это тоже приказал, хотя вроде большая часть информации нам уже известна, все равно Всевышний приказал это записать в конце, что есть какие-то причины, может быть, секреты Торы в том, что вот в конце, как заключение, да, как я уже сказал, супротив сферы Малхут, в последней главе суммируются все путешествия еврейского народа. Итак, пишет дальше Ибн Эзра. Мимахарата Песах, говорит, я уже это объяснил. И также Биядрама. В смысле, Песах, считает Ибн Эзра, всегда имеется в виду не день первый, то, что мы называем Пасхи, то есть 15-е Нисана, а 14-е Нисана, когда приносится Корбан Песах. Потому что праздник после этого называется Хага Мацот в Торе. А Песах — это именно жертва пасхальная, 14-го. Поэтому говорится Мимахарата Песах, что мы вышли из Египта на следующий день после Песах, то есть 15-го. Если бы Песах было 15-е, то Мимахарата Песах было бы 16-е. Это он все подчеркивает, потому что в другом месте, в книге Йошуа, говорится, что евреи ели новое зерно Мимахарата Песах. И некоторые хотели доказать отсюда, что значит, Омер считается именно как еврейские мудрецы, как наши мудрецы считают, от дня Йом-Това, а не от субботы. Потому что вот же они принесли наверняка Омер в день после Песаха, в смысле после 15-го, и сразу же ели теперь уже новое зерно. Да? А с другой стороны, Ибн Эзра с этим всем спорит и говорит, что если Мимахарата Песах действительно использовать то, что написано в книге Йошуа, то наоборот, это как раз противоречит, потому что выглядит, что Мимахарата Песах — это 15-е, когда еще нельзя есть новое зерно. Вот. Но на самом деле, может быть, у них в действительности не было, когда они пришли в землю Израиля, у них, может быть, и не было действительно Йошан, но они ели да, хадаш, как говорится, да, ради того, чтобы выполнить заповедь Мацы. На самом деле, в Иерушалме, в трактате Хала все это обсуждается, и там тоже именно вот как Ибн Эзра, другой мудрец, с этим спорит и также спрашивает, что Махарата Песах — это же 15-е, а не 14-е, что Песах — это 14-е. В смысле, не 16-е. Махарата Песах — это 15-е, а не 16-е, потому что Песах — это 14-е. Вот. А Ядрама имеется в виду, что они вышли из Египта, так сказать, не как слуги, которые убегают, а открыто, гордо вышли, Ядрама. Вышли сильно, спокойно, не боясь, что их поймают и приведут назад. Убилохейхем асагашем сватим, да, что Всевышний сделал, как говорится, суд над их идолами. В смысле, их разбил, может быть, как Ибн Эзра объясняет, что это как Рош Адагон. В смысле, что у идолов же нету силы, поэтому как может Всевышний судить их идолов? Если бы идолы реально существовали, Хас Мишалом, да, то есть были бы какие-то другие боги, но Всевышний был бы просто самым сильным из всех богов, тогда можете себе представить, что он там наказал каких-то других богов и победил в битве. Но это все похоже на Водозору, это уже похоже на битвы каких-нибудь там римских богов, да, в их мифах древних греков, да, у них там может более сильный бог победить более слабых. Но мы-то верим, что вообще нет других богов, в принципе.
Поэтому стоит вопрос, значит, он сделал шфатим над их богами, если они просто не существуют. Так вот, Ибн Эзра объясняет, что такое мы находим в случае Дагона, это история в книге Шофтим, когда похитили филистимляне наш святой ковчег, да, Арона Кодеш. И куда бы они ни поставили, например, они поставили его в свой храм, где у них бог Дагон какой-то был. Говорят, что он выглядел как мужского рода русалка. Сверху человеческое тело, снизу хвост рыбы, что-то такое. А слово Даг. В общем, какой-то у них был бог Дагон. Так они на утро видят, что, скажем, Дагон, там, допустим, у него отрезаны там разные конечности, он лежит там полниц перед ковчегом, что-нибудь такое. То есть получается, что наказание в данном случае не то, что Дагон реально существует, Дагона нет, но они-то верили, что он существует, и что у него есть какая-то там статуя в их храме. Так Всевышний сделал, что эта статуя выглядела разбитой вся и преклоняющейся перед Ароном. Вот, так, такая же идея, говорит Ибн Эзра, видимо, в Египте, что то, что Всевышний сделал, как говорится, шфатим над их богами, имеется в виду над теми статуями идолов, в которых верили египтяне, Всевышний тоже их разрушил, как-то разбил, может быть, чтобы у них тоже конечности потрубал, чтобы они ниц падали со своих пьедесталов и так далее. Все, чтобы показать, что у них нет никакой силы перед Всевышним. То есть вот, египтяне говорят на их языке, так сказать, да, объяснить им, что вообще нет других богов. Было невозможно на данном этапе, но сказать, что они слабее, что Всевышний их всех победил, это можно было. Дальше. Потому что так сказал Всевышний Моше, в смысле, что мы даже не знали бы, если Всевышний не сообщил нам это. Да, где написано, что Всевышний судил их богов? Да, но Всевышний сказал Моше когда-то «Убихоли лагей Мицраим и эсэ шватим». Он сообщил это в Торе, когда да, заранее сообщил это Моше, перед тем, как начались все козни. А потом, когда это произошло, мне не написано нигде в Торе, когда это именно произошло, но вот сейчас это в Торе в самом конце уже описывается, что так и произошло, как Всевышний предсказал Моше когда-то. Дальше. Седьмой стих, что они сдвинулись от Эйтам, это где-то граница между пустыней и концом Египта. Ваяшав альпихахирот, ашер альпней бальцефон. Пишет Ибн Эзра, ваяшав, это может быть подсказка на облако, а может быть на сам еврейский народ. Да? Что именно ваяшав? Мипней хахирот, дальше, да, восьмой стих, да, почему говорится мипней, тут говорится пи хахирот, там говорится пней, да, пней хахирот, так он объясняет, что пней хахирот и пи хахирот это одно и то же. Он говорит, что хапе бифним, да, рот дословно, да, пе, это находится на лице, поэтому пе хахирот, рот хирот или лицо хирот, так же, как у человека, рот находится на лице, так же и здесь, как бы, это одно и то же название. Дерех шлошет ямим, они пошли, говорит, пираштив, я уже это объяснил, помните, мы это с вами подробно объясняли, дерех шлошет ямим, по-моему, это было в главе Бехалотха, объяснение в Ибн Эзре, что значит дерех шлошет ямим здесь. Да, потому что там Раши и Хазар считают по-другому, и Ибн Эзра объяснял простой смысл, что имеется в виду, что они прошли три дня пути. А дальше. Киврот Атаава. Это, говорит, Бекадеш Барнеа, да, то есть юга от Израиля. Там, говорит, было Киврот Атаава, как я, говорит, объяснил. Ваесу Микадеш. Это, говорит, Шем Хаир. Место какое-то, город какой-то. Это у нас 37-й уже стих. Да, Кадеш и Кадеш Барнея считают, что это разные места. Да, Кадеш это уже в конце, на 38-39 году, ну, последний год пустыни после 38 лет, да, когда они там умирает Мирьям, и дальше уже они доходят до Хор-Хагар, где умирает Аарон. И говорит, что Ваишма Хакнани, это говорит, потому что он воевал с еврейским народом, когда мы были в Бехор-Хагар. То есть здесь как бы вкратце упоминается то, что мы уже знаем из главы Хукат.
Цалмон, Апунон. Это говорит, я уже объяснил. В смысле, что здесь, если внимательно читать все эти остановки, особенно вот между Хор-Хагар и дальше, то они вроде не совсем соответствуют тому, что было написано в главе Хукат. И названия другие, и все другое. Я тоже, опять же, когда мы с вами Гра читали, он в Адерет Элияху к главе Балак во второй Махдуре подробно это все обсуждает и пытается объяснить, что он считает. Вот. Но Ибн Эзра на самом деле тоже подробно объяснял в главе Хукат, и там с ним Рамбан спорил. Дело в том, что Ибн Эзра фактически считает, что даже похожие названия — это не одно и то же место. Например, Бнеякан или там Бейрот, они — это не то же самое, что похожее название. В общем, ему приходится сказать, что там все названия это похожие, но они — это все разные места, чтобы не было противоречия между нашей главой и главой Хукат. А Рамбан там считает, что это все места были близкие друг к другу. Это фактически там, когда поднимаешься на гору, можно спуститься в любом из этих мест. Они все там рядом. Да, Хор-Хагар — это довольно большая, видимо, территория. И там фактически все эти места, они рядом, поэтому кажется там, что вперемешку эти места, непонятно в какую сторону они путешествуют, да, в одну или в другую. Что Ибн Эзра, его немножко натянутое объяснение, что это места, которые называются похожие, это разные совсем места. Легче сказать, что это все, так сказать, фактически, когда поднимешься и спустишься, можно оказаться в одном из других мест. А известная драша Хазар, которую Раши приводит, вообще, что они там назад сдвинулись, помните, известная драша, что они после смерти Аарона там убежали, и левиты за ними погнались, поэтому там порядок обратный. Вот, но это уже Мидраш, и, конечно, ни Ибн Эзра, ни Рамбан не объясняют таким образом. Окей, дальше. Алмон Дивлатайма говорит, это, говорит, много путешествий включается, то есть в смысле то, что написано в главе Хукат, несколько остановок, это все в общем называется здесь Алмон Дивлатайма в 46 стихе. Как я, говорит, объяснил, все это в главе Хукат, он там все это подробно обсуждает. Мебейта и Шимон, это вот Гай, откуда, да, вот там недалеко, соответственно, Билам находился, оттуда пытался проклясть еврейский народ, в результате благословил. Вот, и говорит, что «Ас цива Хашем ли изхират Исраэль». И там, значит, Всевышний сказал предупредить еврейский народ, а именно то, что будет написано дальше, насчет того, что мы должны, когда зайдем в землю Израиля, уничтожить, когда перейдем Иордан, уничтожить местных, местные народы, а не попытаться с ними союз сделать. А, да, потому что теперь уже близко к Иордану, мы следующее путешествие уже будет во время Йошуа, и нужно поэтому предупредить. И здесь вот Тора предупреждает, что 52 стих «Вираштем эт Йошвей Хаарец мипнейхэм». «Вибатем эт коль маскитьотам». Ибн Эзра объясняет, что это как эвид маскит. Знаете, есть запрет в Торе, в конце книги Ваикра. Не делай себе камень преклонения, как у кнанеев, да, был эвид маскит. Так он говорит, маскитам, да, это, видимо, типа идолов какие-то. Значит, уничтожьте всех их идолов. И дальше «Вибат коль цалмей масехотам табеду». «Вет коль бамотам ташмиду». «Бамотам», пишет Ибн Эзра, это высокие места, бама, да, где они поклонялись, опять же, делали какие-то алтари для своих идолов, как, например, «Бамотей Арец» в книге Ишиаху. «Вегит нахалтем», 54 стих, да, тут сложная, видимо, форма, «вегит нахалтем», да, это какая вообще форма? Он говорит, что приводит примеры подобные, что как бы когда унаследуешь землю, это опять же над чем, да, предмет здесь это земля, хит на халтем, сделайте, чтобы была унаследована, так что ли, перевести по-русски. Вот, и он пытается объяснить эту грамматическую форму непонятную. Это как хит паэль, да, грамматическая форма. И, соответственно, заодно упоминается, как именно делить землю. Лерав, Тарбуна, Халато и так далее, да, что большое колено получит больше земли. Да, раз уже описано, что нужно уничтожить местные нации и, соответственно, разделить землю, то разделить ее нужно пропорционально, чтобы было справедливо.
А вот если вы не уничтожите местные народы, вы им лото ришу эт йошвей гаарец, не выгоните их, да, мипнейхэм. Вяя ашер тотиру михэм лисиким бейнейхэм. Тогда тех, кого вы оставите среди них, они будут для вас как сиким. Сиким объясняет Ибн Эзра, что это острые колючки. Что народ, да, местный, если их оставит, они будут для вас как колючки. Или улицниним, да, и также они будут как цниним бицидейхем. Цниним, объясняет Ибн Эзра, зависит от того, в каком месте написано это слово, да, по контексту понимается. Это говорит, как бьют чем-то цниним. Или тоже острые колючки какие-то. И дальше сразу Тора, соответственно, описывает границы земли Израиля, чтобы знать, на какую площадь именно распространяются все эти законы, что нужно выгнать местных жителей и, соответственно, разделить. А именно, да, это вот 34 глава книги Бамидбар, опять же, заключение всей Торы, в каком-то смысле, до того, как Моше решил повторить Тору книги Дворим, это, наконец, земля Израиля и ее границы. «Вайдабер ашем аль Моше лемор, цавед на Израиль» и так далее. «Эль эрес кнан», пишет Ибн Эзра, что здесь проблема в том, что «хей», как кажется лишним, «эль хаарец кнаан», да, так никогда не бывает в Торе. «Эрец кнаан» должно быть. Почему «эль хаарец кнаан»? И Ибн Эзра хочет сказать, что это как будто «эль хаарец эрец кнаан», как бы двойной язык. Такие примеры приводят в других местах. Да, например, «веганевуа одет анави», да, как бы «веганевуа невуат одет анави». И южная граница проходит около Эдома, он говорит, что это просто место, понятно, а около Иордана, да, там вот, ну, Иордан впадает в Мертвое море, вот там с юго-востока начинаются земли Эдома, а, соответственно, земля Израиля начинается там, наоборот, с юго-запада отходить, как бы полукругом с юга Мертвого моря. А Нахаль Мицраим, Нахала Мицраим, это, говорит, не Йор, в смысле не Нил, как некоторые считали, и Раши так считает, в том числе и Вильнинский Гаон, что земля Израиля с юга запада идет аж до Нила. Но даже если мы посмотрим в дельту Нила, даже самая восточная часть Нила, где впадает Средиземное море, даже там это так далеко, что очень трудно представить, что еврейская территория так далеко заходит. У Израиля одно время была вся пустыня Синай, когда они там завоевали в Шестидневной войне. Но, в принципе, да, библейская территория земли Израиля, она так далеко не заходит ни на юг, ни на запад. Поэтому Ибн Эзра, и как из Рафсадия Гаон и другие, считают, что Нахаль Мицраим здесь это просто речка какая-то, да, сейчас это Вади, пересохшая речка, называется Вади Эль-Ариш по-арабски. Можно посмотреть на карте, где это находится, но это гораздо восточнее, чем даже самая восточная часть Нила. Вот. И вообще, я читал в книге, который какой-то эксперт в земле Израиля, Дан Шварц, он занимался вот именно путешествием еврейского народа в пустыне и границами Израиля, и у него выходит, по его словам, что слово Нил тоже может значить там все реки. И, да, мы видим, например, когда Всевышний наказывает воду египетскую, да, которая превращается в кровь, там «Йорейхем» говорится, да, такое ощущение, что у них просто слово «Йор» вообще все это значило. И тогда у нас нет доказательств, что даже во всех источниках, где упоминается слово «Нил», что имеется в виду именно река Нил. Может, так просто у них все реки называются, поэтому египетская река называется Нил, любая из них. Тогда, может быть, даже можно больше плоским на сторону Ибн Эзры перевести. Во всяком случае, смотря на карту, конечно, шита Ибн Эзры наиболее принятая, и почти во всех сегодня хумашах и разных изданий описано, когда граница земли Израиля никогда практически не рисуется рада Данила. То есть шиту Ибн Эзры в этом приняли, не шиту Раши, а возможную. Хаяма Гадоль, это, говорит, Сефардское море, потому что он-то был из Испании, в смысле Средиземное море, в которое Испания тоже находится, он просто описывает, какое это море, что значит, это их море, он как раз недалеко от этого моря тоже жил большую часть жизни. И это, соответственно, их западная граница земли Израиля. Кстати, интересно, в Талмуде есть диспут между Раби Гудой и Хахамим насчет того, как именно вот работает граница со стороны моря и что считается там библейской землей Израиля. Я сейчас не буду в это вдаваться, но это интересный тоже диспут.
Сегодня, вот знаете, есть разные вопросы насчет того, что открыло государство Израиль, как вы знаете, газ, да, запасы газа там недалеко от своих берегов. Вопрос, какая часть действительно принадлежит Израилю. Морские границы всегда очень важны во всех странах, потому что там может быть много полезного, в том числе, вот в данном случае, полезные ископаемые. И еще Бенезра объясняет, что вот значит иногда, когда по отношению к границам используется слово «вегитавитем», да, слово «тав», «алеф», «вав», да, вот это, видимо, проходит, когда граница определенным образом. И также иногда используются слова «умаха», да, проходит гвуль как-то, как бьет граница. Кстати, у Виленского Гаона в комментариях к книге Йошуа есть подробное объяснение, что он считает насчет этого. Есть разные мнения у Ришони, Мураши, у других мудрецов, как объяснять все эти слова, что значит, что граница как-то определенным образом проходит. Я вчера это не успел перевести в комментариях Виленского Гаона, но вот сейчас пополню недостачу для интереса. Это он пишет в 15 главе, 3 стих, общие принципы, как он считает, а именно, что здесь написано «Ваеце» по отношению к границе, имеется в виду, что она выходит из ровного места, как-то спускается немножко и начинает расширяться, что ли. А если написано «Веавар» – прошла граница, имеется в виду, посередине города проходит. А если написано «Насав» – граница, имеется в виду, что она расширяется только около этого места и обходит тогда как бы полукругом это место, пока снова не начинает идти ровно. А если написано «Витаар Хагвуль», имеется в виду, что граница идет ровно и не поворачивается ни направо, ни налево. А если написано «Виала», поднимается, имеется в виду «поднимается на гору». А если Ярат, соответственно, спускается, наоборот, в долину. Это все, значит, в книге Йошуа, где очень подробно все границы колен описаны. А вот здесь используется выражение «вегитавитем лахем гвуль кедма». Да? Мы сейчас говорим про восточную границу от Хецерайнан какой-то, Хацарайнан до Шафам. И потом, говорится, спускается гвуль от Шафам до Ривла и потом спускается Имаха до Ям-Кинерет Кедма. То есть речь идет о северо-восточных границах Израиля сейчас, вот в этих стихах, до 11 стиха. И как спускается граница до, соответственно, моря или озера сегодня Кинерет. Да? Просто на иврите слово Ям значит и озеро, и море. Так вот, Ибн Эзра объясняет, что «Але» в слове «вегитавитем» вместо «вав», как «тав», да, в книге Ехескель, «тав юд вав», да, это тоже как граница. Или как «атават гивот олам», да, в книге Брейшит, кажется, это был сцене Йосефа, да. А «маха», говорит, это, говорит, как будто бьет граница, как, говорит, «имхаухав», как если люди хлопают в ладоши, что ли, что граница пробивает как-то. И на этом мы закончим наш урок. Лерифуа шлема, ля слаха вихоль нимшель, хадаса батаху, вихоль Исраэль.